Добро пожаловать в распаковку «Скрипышей 3» – тайна подарочного набора. И сегодня, ребят, мы вам расскажем, как заполучить вот такой подарочный набор со всей коллекции «Скрипышей». Там их 29 штук. И, конечно же, заветный VIP-скрипыш. Мы расскажем, сколько это будет стоить и что для этого надо сделать. Да. Ребята, посмотрите, какая у нас есть игра. Эту игру надо скачать в телефон. Это приложение «Магнит». Давай нажмем «Играть» и покажем ребятам, как выглядят виртуальные скрипыши. Да, я уже один скрипыш выиграла. Начинаем второй. Так, лакиш. Нет. Надо найти одинаковые скрипыши как можно быстрее. Нашла. И за это вам дают виртуальный скрипыш. Сейчас мы покажем вам игру, которую мы полностью прошли, и как выглядят 12 виртуальных скрипышей, за которые вы получите скидку 66% на покупку вот такого набора. Мне попался бомбыш. Нажимаем «Добавить в коллекцию». Давай, второй. Нет, и, кстати, мне день... давай теперь покажем, как выглядят все виртуальные скрипыши на моем телефоне. Давай, мы уже все прошли. В неделю вы можете открыть только 3 скрипыша. Да, вот так выглядят виртуальные скрипыши. Есть Джонни, Ужастыш, Скелетыш. Вот такие скрипыши не такие, как в обычных пакетиках. Их еще можно так открыть в 3D. Покажи, как они открываются в 3D. Ребят, смотрите, мы вам не всех еще показали. Вот Бомбыш, вот такой супергерой. Их всего 12 штук. Дениска, номер 2. Тоже смотрите, стекло. Открывай в 3D. Давай. О, пончик. Давай, пончик. И вот так его можно покрутить. Ой, вот. Красава. Вот такие прикольные виртуальные скрипыши. Очень. И покажи, мне как выглядит нравится. Купон на скидку. Этот набор будет стоить 1499 рублей. Будут они продаваться в Магните с 13 по 31 октября. А если скачать такой купон... можно купить всего за 495 рублей. Да. Вот так. Так что, ребята, с 13 числа можете попросить своих родителей, чтобы они вам купили вот такой подарочный набор. И стоит это совсем недорого. Если пройти вот такую игру. Да. Ну, VIP, он прям такой большой. Потому да? что, к сожалению, сколько пакетиков мы не открывали, VIP нам ни разу не попадался. Потому что его нету. Потому что, да, мне кажется, что он и никогда не попадется, потому что его можно будет приобрести только вместе со всей коллекцией. Ребята, кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажать на колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео на канале у Алины. Но Алина сегодня одела новую футболку и выбрала под цвет футболки себе пакетики. И откроет вот эту кучу желтых скрипышей. Мне прям уже не терпится, давай. Давай. Мам, как ты думаешь, кто здесь? Мне кажется, Магнит. Ой, нет, спонсор. А мне кажется, Юбилейка. Так, здесь попался Кокошуч. О! Он мне так и нравится, потому что блестящий. Он такой, как прозрачный, да, с блестками? Ага. Так. А здесь? Мне кажется, Викингыш будет. А я думаю, повторка. Спонсор. Феликс. А, Феликс. Лапка. Угу. Давай. Мне кажется, здесь и не пришеленец. Давай, открывай. А ты как думаешь? Я думаю, какой-нибудь желтенький. Лайк. Лайк? И чтобы ладно, ребята поставили думаете? Лайк. Давай. Лайк! Ребята, ну прям за такое предсказание с вас лайк. Ага, и подписочка. И подписочка. Здесь, мне кажется, может быть, нас это будет видно. Так. Ничего там не видно. Мне кажется, здесь магнит. Открывай. Не знаю, почему. Кстати, ребята, Ледежка. Очень смотри. Многие смотрят наш канал без подписки. Да. Поставьте, пожалуйста, галочку «Подписаться». Нажмите кнопочку «Подписаться». Вам не сложно, а нам приятно. Очень приятно. Так,
Здесь, мне кажется, будет... Ну смотри, у тебя ни одной повторки пока, 4 разные. Не знаю почему, но мне кажется, что здесь Дениска будет. Открывай. Пицца. Пицца. Желтенькая. К твоей коллекции повторок. Желтеньких. Вот это мне больше подходит. Лайк? Да. Кстати, классно придумали, что виртуальные скрипыши не такие герои, как в пакетиках. Мне очень понравился огонь. И пончик. Огонь и пончик? Да. А мне понравилась розовая фламинго. О, тоже прикольно. Прикольный такой розовый нежный цвет. Феликс. Еще один Феликс. Товар-спонсор. Ой. Давай. Классно придумали, да, что такая подарочная, красивая упаковка. Мам, как ты думаешь, сколько сегодня будет юбилеек? Юбилеек? Ну, думаю... Мне кажется, 5. Мы с тобой прям одинаковое число. Ну, проверим. О, Мэрис. Мне нравятся вот такие черненькие тоже, да? Да. Красивенькие. Из монстра на каникулах. Мам, кстати, вот эта вся коллекция с випом очень подойдет на подарок, да? Какой-то? Да, если кто-то собирает скрипыши, если прийти с таким подарком, я думаю, ребенок обрадуется. Очень. Кто? Желтенький. Пицца. А он светлее, чем лайк. Лайк более такой оранжевый, а ты хвостик показала, и поэтому я поняла, что это пицца. Да. Оп. То юбилейк? А, Феликс. Да. Сегодня прям кошачья распаковка. Уже 3 кошачьи лапки. А представляешь, если сейчас какой-то этот попадет? Простоквашин. Давай. Еще одна лапка. Ну, у кота же 4 лапки. Вот тебе 4 лапки. Не удивлюсь, если сейчас Феликс. Феликс? Я не удивлена. Прикольно. Хорошо, а здесь? Вообще это редкий, да, Феликс? Пёсик. Пёсик. Я его вот так вот буду ложить. Ну, вот этот он один с краску лежал. Может быть, там юбилейка? А, зелененький. И не переселенец это. Опс. Ну, все равно, повторки только Феликса. Остальные все не повторки. Мама, я думаю, что здесь будет звездочка. Ну, давай. А ты как думаешь? Я думаю, что будет Феликс. Так, я честно не смотрела. Звездочка? Это как? Это сегодня у нас с тобой какие-то магические способности определять, какой скрипыш будет в пакетике. И, кстати, ребята, скорее скачивайте приложение, потому что в неделю можно открыть только 3 скрипыша. Поэтому, чтобы пройти, собрать коллекцию с 12, вам как минимум понадобится 4 недели. Да. А их там всего 100 тысяч. Первым 100 тысячам. Кто соберет виртуальную коллекцию, только тому достанется скидка 66%. Да. Мам. Открывай. Так, давай, ребята, если я сейчас угадаю, какой здесь скрипыш, поставите лайк и подпишитесь. Давай. А давай, если ребята наберут 20 тысяч лайков, мы этот набор подарим. Давай. И разыграем его. Давай. Моих подписчиков. Давай. Давай. Ребята, если вы хотите, чтобы был розыгрыш на вот такой подарочный набор. Не знаю почему, но здесь и не прищеленец. Набираем 20 тысяч лайков. С вас лайк, подписка. Это что за магия такая? Как это? Мам, мне кажется, здесь будет либо Драко, либо Мэрис. Не знаю почему. Черненький? Да. Ну давай, открывай. Драко или Мэрис? Кто-то черный. Угадала? Да. Мама, прикольно. Это уже какой раз подряд. Так, и ты их давай не прощупывай, а то ты мне уже, кажется, на ощупь их стала определять. А здесь давай я. Давай я открою. Давай. Давай, нет. Пицца. Ой, а зачем я их положила? Ага. Вот так вот. Чтобы больше коллекции оказалось, да? Да. А так с повторками. Кстати, ребята, мы недавно вернулись с отпуска и сняли влог,
как мы там проводим свое время. Да, и Алина показала рум-тур номера, поэтому здесь в подсказочках мы оставим ссылочку здесь на это видео. Здесь Феликс будет. Это, походу, магнит. Я чуть-чуть увидела. Аптека. А, нет, это кукушка. Ага, увидела она. Деловая. По хвостику. Хвостик. Кажется. По-моему, у всех юбилейных вот таких магнитов квадратные хвостики. Так, открываю. О, гриб. И мне кажется, еще у кого-то был квадратный. Вот только у этого, наверное, голубого. Да. Остальные круглые, да, хвостики? Да. Смотри, мам, гриф, не повторка. Давай вот с дна какой-то достану. Представляешь, сейчас как соберешь всю коллекцию, которая... Опаньки! Класс! Это магнит, да, мам? Классно. Пошкарябанный магнит какой-то. Но магнит, я рада. Давай магниты я буду отдельно складывать вот сюда наверх. Юбилейки отдельно? Да. Ну, давай. Ой, ну здесь видно и не прищеленец. Да. Да, просвечивается? Да, как-то просветился. Может быть, он мятый был, поэтому. Третья повторка. Угу. Мне нравится хвостик у Мэлиса. А, они как такие заостренные крылышки, да? Да. Так. Здесь. Так, хватит прощупывать. Давай я буду открывать. Давай. О, Амогус. Классный! Амогус. Мне, кстати, он больше всего нравится из вот таких. Миленький. Да, хорошенький. Ой, не прищеленит. Интересно, а мне Феликс еще попадется? О, звездочка. Это повторка. Розовая. Помнишь, в первой распаковке нам постоянно попадали звездочки? Да, розовые. В самой первой прям. Я спросила. Будет ли Феликс? Да. На, вот тебе ответ, получай, Феликса. Так, давай. Кактус. Кактуса не было, это не повторка. Да. Так, давай я выберу какой-нибудь. Давай. Давай, открывай. Драко. Не повторка, спасибо. Ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы увидеть, как я с этим купоном иду покупать новый вот такой вот плакат. Набор, который мы разыграем, да? Да. Если ребята наберут 20 тысяч лайков. Да. Кстати, VIP по размеру больше, чем обычные скрепыши, да? Да. Он такой прям... Плотный. Да, мам. Кругленький, толстенький кабанчик. Да. Ну, давай дальше распаковывай, давай посмотрим. Давай я, мам, найду какой-то новый спонсор. Феликс. Давай, я вот нет. Этот? Давай. Давай, открывай. А я вот такой какой-то. Давай. Давай. Посмотрим, кто выиграет. Хлюпик. Хлюпик? Но все равно, это не повторка, так что классно. Вот, значит, плюс один в коллекции. Так, мам. А ты? Здесь будет спонсор. Давай. Думаю. Феликс. Чудо тоже не было. Не было. Классно. А как это? Мам, я мы походу тобой, мэджик. Да. Мэджик, давай. Давай, я вот этот. А я вот этот. Мне показалось. Викинга же его же не было. Не было. Но все равно мне показалось, что это аптека была. Давай. А-а-а. Ой, пицца. Опс. Пицца повторка. Кто еще? Ой, киш. Мам, смотри, здесь грязненькое чуть-чуть. И вот здесь. Одинаковые. Будто бы братья. Может быть, это так задумано? Не знаю. Ну, хотя попадались такие чистенькие. Так, а я вот Драко. Этот. Драко. Драко повторка. Да. А я не повторку. Ты повторка. Тоже повторка. Гриф. Он самый здесь прозрачный. Да? В очках. Да. Так, а давай я еще один будут? Выберу. Кто? Франкиш. Не повторка? Нет. Сейчас как-то берем сегодня всю коллекцию. Будет вообще супер. Давай, открывай. Гриф. Второй гриф. Почему второй тоже? Я, который второй. О, класс! Аптека! Ой, доставка. Доставка. Чистенький. Магнит доставка. Даже с блесточкой какой-то. Вот они рядышком будут. Тебе осталось розовый магнит косметик и какой еще? Магнит аптеку. Давай я еще. Буду просвечивать своими глазами. Ага.
гриф. Можно. Ты посмотри, я уже третьего грифа вытаскиваю. Ага. Так. Так, здесь будет юбилейка. Давай, открывай. Не томи уже. Юбилейка? О, красная юбилейка. Мам. Алин. Мэджик, мэджик. Я вот так их в ряд буду. Да. Семейка. Давай. И осталось теперь в семейку магнит. Я хочу чихнуть. О, Вискас, товар спонсор. Его же тоже не было, да? Вискас в каждой серии разный. Да, но во всех скрипушах. Но он во всех он был. И где он еще? Еще в Бравлах, да, по-моему, был? Он блестящий был, там кругленький. А в тикерах, токерах нету Вискаса? Есть. Тоже он есть? Он большой, да. Ты помнишь? О, классный. Кристалл. Тоже не было. Я теперь буду внимательно все смотреть, потому что... И... Кто попался? Нет, мам, так не задумано. Здесь нету. А, нету этой черточки. Ну, значит, просто братья. Давай, братья-близнецы. Мне что-то напоминает на... Что, юбилейку? Или нет? О, класс! Мама. Так, все осталось. Магнит-аптеку тебе найти. Так, вот давай так. Вот такой. Давай. Нормально так вытащили. Смотри, две одинаковые магнит-аптеки. Это будет, значит, папаня. Давай вот этот. Не приселенец. Так, у нас еще множко осталось. Множко или немножко? Множко. Не достался. Так, давай. Да что, уже подглянула такая деловая и закрыла глаза. О, давай и закрытыми глазами. Ты закрой, и я закрою. Давай. А что закрывать? Они все желтые и все одинаковые. Я просто край не беру. Давай. Открывай, звездочка. А у меня? Давай. Юбилейка. Ты видела, как он? Да. Такой. И не приселенец. Их он много. Самый, да. Их почти целая как семейка. Феликсов. Сколько Феликсов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их даже шесть. Больше. Шесть тоже, да. Одинаковое количество повторок. Кто это? А, ну, точно не магнит, по твоему выражению. Нормально. Точно не магнит, по твоему выражению. Ты обычно просто, когда магнит достаешь, у тебя такое выражение. Да, вот такое. Вот так вот. Так, тебе остался розовый магнит косметик. Давай искать. Мам, так не задумано. Потому что уже два подряд. Уже 4 лайка. Мам, когда ты отворачиваешься, мне попадаются юбилейки. Нормально. А чего их так много? Так, может, я тогда пойду? Давай. Давай я какой-нибудь выберу. Оп. Привидешка. Давай. Открывай мой. Отвернись. Свинушка. Свинушка. Ой, прикольно. Его же не было. Не было. Поэтому я радуюсь. Мам, ты заметила то, что вот этот кристаллик один вниз смотрит? Но... Вниз. А, или нет? Мне кажется, или мне нет. Кажется? Мне кажется, он вот так вот сделал. Он один такой выпуклый. Вот его да. Можно нащупать, потому что он прям такой... Да, с юбилейкой точно не спутаешь, если да. Нащупать. Не, ну здесь точно ее. Классная коллекция. Отвернись, отвернись. Давай. Отвернись. А если я отвернусь, то никто ничего не увидит. Нормально. Да ну. Ой, чудо. Чудо. Чудо-юдо. Чудо тоже приятного такого, да, фиолетового цвета. Сиреневый. Не пришеленец. Все, и не пришеленец. Победили. Захватили коллекцию. Да. А... И чудо скоро уже захватывать будет. Слушай, ну классно, три чуда. Давай. Давай еще, открывай. Лайки! Лайк? Да? Смотрите, как много лайков вы должны поставить. Да, это намек на лайки. Простоквашина! Простоквашина! Ура. Вначале ты его хотела. Это Алисин любимый. Раз, два, три. А какой твой самый любимый? Мой? Наверное, чудо. Чудо? Да. Ну вот тебе чудо появилось. Четыре, света? Да? Давай, я выберу. Мам, здесь, походу, магнит-аптека. Да!
Давай еще вот этот. Ура. Их уже 4. Ай! Мам, мы хотели 5, а получили розовый. Уже... Это звездочки. А так, думала, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так что мы не угадали. Десятый еще будет. Но лучше пусть так будет больше, да, чем меньше. Дениска. Дениска? Это не повторка. Классно. Да-да-да. Оп, бумажка. Хоть бы попался. Кто? Пицца. Да. Мне кажется, пицца самая нередкая. Не, вообще. Вообще нередкая? Да. Мэвис. Кто еще Мэвис? Но она достаточно редкая. Мне нравятся персонажи из мультика. Хоть бы здесь была косметика. Косметик мы сами. Давай, я вот такую. Это звездочка. Звездочка. Ну, розовую, как ты хотела. Так. Гриф. Алисе опять гриф. Мне нравится, да. Звездочка. О, ну! Магнитик. Та-да-да-да! Вообще класс. Давай вторую. Это что за магия такая? Это что за танцы? Юбилейные танцы. Классно. Смотри, какая коллекция крутая. Уже, наверное, штук. Причем у тебя магнит доставка и розовый по одному. Раз, давай последние два. Три, четыре, давай, пять, один. Шесть, я буду семь, открывать восемь, один. Девять, ты. 10. 10 юбилеек. Давай, давай, я тебе такой, да. Давай, сейчас помоги мне. Да. У тебя что? Волфыч. Волфыч, а у мама, меня? Мама, вдруг мы всю коллекцию собрали. Так, да? Давай. Давай, 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 да. Давай. Кто? Привидение. Привидение. Ну, слушай, ну супер. Смотри, сколько у меня магнитов просто. Посчитай, сколько? 10 магнитов. 10 магнитов, а не повторок. Считай. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Слушай, почти собрали коллекцию. А кого нам не хватает? Кого-то не хватает. А вот посмотри в коллекции, кого нам не хватает. Да вроде все есть. Мумии нету. Да, мумии нет. Мумии и как раз Випа. Вот и была бы полная коллекция. Не, ну Випа это не считается, кроме мумии. Одного не хватает. Да. Ребята, а если и вы хотите такой подарочный набор, то обязательно набираем 20 тысяч лайков, и мы разыгрываем этот прекрасный подарок. Коллекционный подарок, да? Да. Мы вас очень сильно любим. Встретимся с вами в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. И он еще полностью новый. Еще вообще его никто не открывал. Но я хочу его открыть. Но я разыграю вам. Пока-пока.